to focus, taking up my energy, yeah. How could I not notice that you became an enemy? Up so high, coming down with the gravity. You're pulling me down, down, down. I just wanna keep up, keep up. You're moving so fast without me. Supersonic. Supersonic. А хотите бесплатного? Получайте онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» HD. 60 дней бесплатно при регистрации новых пользователей. Плюс скидка 10% на Яндекс.Такси. И все это по моему промокоду. Ссылка в описании. При переходе по ссылке промокод уже вводить не нужно. Он подставится автоматически. Ребята, очень крутое предложение. Я пользуюсь и вам рекомендую. Всем привет, друзья! Итак, решил я затестить Александра Арнольда. Понятно, Ultimate версия Тотсел на сдерживании. Думаю, что он будет лучшим, но надо проверить все равно. Вот смотрите, нету у него, бросается в подкаты. Как я заметил, этот параметр «особый талант», то он очень влияет на защиту, вообще на активность игрока в защите. Поэтому посмотрим его без этого особого таланта, как он. Я думаю, что логичнее будет сравнивать его с Бисакой. Ну и в принципе, как ведут себя защитники, вот наглядно буду вставлять некоторые моменты с другими защитниками. Потому что правый защитник у нас, как вы знаете, ну, до Бисаки вообще было все, кроме Колмана. Да вроде и все, и особо там никого и не было. Из Адриазола, по-моему, тоже там немножко выделялся. Но кто играет схемой в 4 защитника, это актуальный вопрос и по сегодняшний день. Не такой уже, как был, но все равно актуальный. В 3 защитника... А, ну, в принципе, Занетти есть. Вот за него я забыл, но это прайм-кумир, он не всем доступен. Пока что то, что я вижу... Ну, понятно, Ван Дейк, он активный везде. В основном. Причем любая карточка. Вот здесь Арнольд, ну, скажем так, очень вовремя вставил ногу. За что ему плюс? Ну, обратно же, смотрите, он-то стоит 30 миллионов где-то, вот то, ну, то, что я видел у себя на рынке. Может, у вас там другие цены, или выше, или ниже, но 30 миллионов, да, это не критическая сумма для тотцев, но все равно для многих... Давайте так, вот Бисака уже у многих есть, стоит, да, вот... Давайте будем думать в сторону, стоит ли Бисаку менять на Арнольда. Вот это, наверное, самый актуальный вопрос. Или у кого Колман стоит. Если у вас стоит Занетти, тогда вообще не ищите уже правого защитника. Я думаю, все. Для вас уже все решено с правым защитником. Ну пройти можно и Несту. Не всегда, конечно, но я так смотрю по активности. Ох, тут защита мне решила устроить армагедец.
Ну вот видите, да, он, опека у него, по-моему, там 140, вот он, да, он рядышком бегает, но не, особо не активничает. Ну и не пассивный тоже. Вот середнячок какой-то. Думаю, где-то так. Ну вот, я думаю, что, наверное... Ну, в целом, его поведение это понятно. Давайте еще, наверное, сыграем одну игру с Бисакой. Значит, поищу, у кого он есть, и посмотрим сразу наглядно с Бисакой, желательно 103 ОВР, потому что обзор-то у меня был, но на 100, по-моему, ОВР, а сейчас уже 103 Арнольд, то логично. Вот смотрите, Робертсон, он такой же, по сути, не особо. Так, смотрите, а у Бисаки тоже опека 140, перехваты 140, но вот особые таланты бросаются в подкаты. Вот я думаю, что этот параметр, он таки играет роль и очень существенную. Ну, здесь Неста также себя показывает, как и другие. Я почему вставляю? Потому что команда другая. И иногда по скриптам. Скрипты решают, что в этот раз должны все в защиту бросаться. Нет, тут также защита не очень активная. Значит, со скрипты одинаково не успели поменяться. Кстати, Роберто Карлос... Вот что делает Роберто Карлос. Почему он у меня стоял в схеме в три защитника? Ну, Ван Бисака тоже не проявил особой... Ну, вот видите, вот он бежит, но не бросается в подкаты. Может, пару моментов сейчас... Нет. Это сегодня, значит, защита... Полувялая у всех. Видите, хотел подставить ногу, но я все равно его обошел. Еще раз Неста даст пройти. Да. Сегодня скрипты решили, что мы будем играть с полувялой защитой. Неважно, кто там стоит. Хотя вот Неста выбил. Или Неста, или Ван Дейк. По-моему, то был Неста. И сейчас решил еще вставить момент с радугой. Видите, забыл просто. Радугу он тоже берет, вернее, реагирует Арнольд на радугу. И это замечательно, по моему мнению. Хотя, с другой стороны, радугу уже и сам забыл, когда использовал. Потому что многие защитники реагируют. И не хочется вам терять момент. Поэтому давайте, наверное, еще раз на статы посмотрим, сравним. Мне кажется, что Арнольд все-таки получше Бисаки, но не намного. Так, так, так. 140 реакции, опека, перехваты позиционный. Нормально. Баланс 126. А у Бисаки... Так, баланс 115. Позиционный меньше. Опека, подкат 140, напор 108 тоже меньше. Бросается в подкаты у него и все. Эластика нам не очень интересна. Так, а у Арнольда, значит, игра головой, прыжки. Все, игра головой, прыжки у Арнольда лучше, напор лучше. Ну, у него все параметры практически лучше. Единственное, подкат чуть меньше. Но это не критично. Но с другой стороны, понимаете, вот 30 миллионов. Я, наверное, у себя на втором аккаунте оставлю Бисаку и не буду брать Арнольда пока. А вы решайте. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки обязательно. И до новых встреч. Всем пока.